В студии группа «Срам» или «Марс» Эд Гуляев. Я понял, что мы здесь звезда прошла. И для вас сейчас прозвучит песня, которую надо... Britney Spears Criminal. Спасибо. Я оглянулся, я увидел клуб, и из него три креста.
ладно, мне было интересно, вас идет или нет? Она тут стала называться последней шлем. Я без надеги поднял руку, и ты остановилась. Ты спросила меня, куда тебе, милый, если на север, могу привезти? Я расчехнул эту руку, заметил ей, что нам по пути. Тогда я тоже улыбнулся, сказал, что тебя зовут Валентина, что ты поставила на ночь. И не смогу ли я спеть что-либо для нее? Я расчехнул свой гипс, он затянулся пару раз, и меня понесло. Я спел ей про Юрия, про Накиду, а про любовь я спел ей кучу-кучу, мэн. А потом один раз он про евреев. Затем о любви. Я затянул было прощай, но тут она сказала мне: слышь, парень, погоди. У нас заглох мотор, я вылез из коляски. Вокруг царилась тишина, вокруг все стало как в сказке. А ты пришел в пляжку, открыла и сказала мне: на паре пей, но у редко будет свои там стирать. И наш магазин. Вечеринку.